немножко заболела. Ой, чувствуется прям этот, одышка идет. Отхаркивается. Да. Мне там уже говорят, что-то вашу маму, говорят, постричь надо, говорят, мне говорят. А ты скажи, это не мама, это пугало. Домовая. Она ведь, мамка нас никого не слушает. Я ей говорю, мама, да, постригу? Не надо. Она у нас очень, это, знаешь, какая? Своевольная, узкие еды. Вот. А я ее завтра покрашу и постригу. Какой цвет гербушка? Помыть-то надо, мама. Да что? Мыть-то надо. Ну, давай баню завтра затопим. Хочешь? Хочешь баню затопим? Угу. Я маленько легче перенесла. Мамка, мам, у тебя уже отходит, да, уже болезнь твоя? Отходит? А я второй день температуру. Отходит, ты, она откуда знаешь? Ну, сейчас уже отхаркивается? Отхаркивается, вот такие комки отрываются. Да. Ты, это залежи. Ты лекарства не пила, мам, лекарства? Пока нет. Нет лекарства, это... Ну, поняла тебе. От кашля я пью. Ясно. Утром и вечером пью. Понятно. Хадрин-то думаю остановить, что ли. Ты мне лучше дай. А? А ты что в больницу не сходила? В больницу что не сходила? Юнда курамилярды. Мам, ты мне лучше дай. Отхаркиваться пить, который. Ну, ей бы антибиотик. Тебе бы антибиотик дали бы. Нет, мамке дали бы. Она же всегда ходила, лечилась. А что лазалбан, лазалбан пью. Лазалбан пью. Может, мне дашь? Пей. Что, думаешь, поможет тебе? Ну, не отхаркиваться начал. Наша кухня. Отхаркивается. Наша деревенском вот доме. Такие комки. Наша кухня. Отрывает. Такая залежи, залежи.